Ник, какую же красивую тематику для дня рождения ты мне придумал? Это просто сказка. Ага, рад, что тебе понравилось. Я знал, что ты любишь попыты. Ага, самое главное, что это очень красиво, ярко, а это я очень сильно люблю. Осталось только дождаться девочек, и тогда все будут в сборе, и можно начинать праздновать день рождения. Ага, как тебе моя идея с фарточками? Идея класс, мне очень нравится. Временно побудем совершенно других цветов, почему бы и нет? Тем более мы будем под цвет какого-либо цвета. Это из попыт. А это моя тематика дня рождения, поэтому это очень важно и очень здорово. Ага, уже интересно, какого цвета фарточки выбрали себе девчонки. И жду, когда все отведают моих домашних вот этих гамбургеров, которые я учился готовить по видеоуроку. Ух. Да уж, Ник, ты так много заморочился с моим днем рождения. Спасибо тебе огромное. Просто очень сильно хотел тебя порадовать. И у тебя это точно получается. Привет! Привет, ребята! Привет, девчонки! Ура, наконец-то все в сборе. Приветики! Да, я сегодня буду фиолетовой, прямо как Лизи. А я решила выбрать быть оранжевой. Ну класс, думаю, мой желтый тоже это неожиданность. Как же хорошо, что никому не попался одинаковый. Это точно, тогда у нас потерялась бы закономерность цветов, и было бы не так интересно. Пока что все складывается очень хорошо, и меня это радует. Как насчет попробовать мои домашние бургеры и поиграть в правду или действие потом? О, вкусняшки и правда или действие, отличная идея, Ник. Я попробую прямо сейчас. Я тоже как раз проголодалась. Очень вкусно. Это супер объедение. Ой, мне это тоже очень понравилось, Ник. Спасибо тебе, это очень вкусно. Очень рад, что вам все понравилось. Кстати, Элли, давай я первый подарю тебе подарок. Ну, хорошо, если другие не против, то можно и так. Почему бы нам быть против? Итак, открывай. Интересненько, что же там? Ух ты, это же браслетик из попыт. Точнее, браслетик цвета попыт. Это же просто класс. Спасибо, Ник, огромное спасибо. Сейчас попробую его примерить. Класс, теперь у меня есть вот такой вот разноцветный попыт браслетик. Но разве это не прелесть? Спасибо огромное. Вау, Элли, о себе очень идет, очень красиво. Супер, я бы тоже хотела себе такой. Ну как же я угадал с подарком, ну как? Как же угадал, просто класс, очень доволен, что так получилось. Ты очень сильно угадал. А перед тем, как мы начнем играть, хотела сказать, что я приготовила и положила там на кухне очень вкусный тортик. Если ты еще не купила тортик, то это будет просто очень-очень здорово, если ты его попробуешь и сделаешь его тортиком своего дня рождения. Но если даже купила, то будет второй тортик, почему бы и нет, я его приготовила сама. Да, а еще я принесла целую корзинку сладостей. И все это ждет тебя прямо на кухне. А еще я сама готовила капкейки. Может быть, это не такой красивый подарок, как сделал тебе Ник, но зато это очень вкусный подарок. И хоть он и не останется на память, но ты все равно его как-то запомнишь. Ух ты, девчонки, спасибо, мне не терпится попробовать. О, да, звучит все это очень вкусно. И очень даже заманчиво. Я даже сейчас пойду и посмотрю. Странно, почему только один кусочек? И корзинка пустая. Одна шоколадка. Очень странно. Ладно, пойду расскажу ребятам. Ребят, представляете? А ведь на кухне ничего и нет. Не может быть, мы ведь положили прямо на кухню. Действительно? Как так? Ты что, думаешь, мы тебе без подарка оставим? Нет, но среди нас... Похоже, что кто-то решил схомячить все наши сладости. Однако, кроме вас, я никого больше не звала на день рождения, и никого здесь больше не должно быть. И правда, как-то все очень странно. Я не могла съесть сладости, потому что я только вот пришла, все положила и пришла сразу же к тебе в комнату. И я тоже не могла. Я пришла вместе с Виолой. Ну, максимум я отошла в туалет, но Виола меня ждала. И Виола может подтвердить. Да, я могу подтвердить это, я это помню. Но тогда кто же мог съесть сладости? А что насчет тебя, Ник? Ну, большую часть времени я был здесь с тобой, поэтому я не смог все сладости съесть. Подожди, Ник, а это что у тебя такое? Где? У тебя клофарточка, крошка от моего тортика. Ник, ну это было невежливо все съедать, нужно было оставить имениннице, как ты мог? Да я не ел все, ну ладно, признаю, я украл один капкейк, но один, единственный, и попробовал немножко торт, но я его не ел полностью. И подумайте сами, в конце концов, как бы я мог все это полностью съесть? Ну да, кто-то должен был помочь Нику, но только кто? Хотя у меня есть одна версия. Какая? Спарки, ты чего здесь так тихо сидишь? Спарки, только не говори мне, пожалуйста, что это ты. Покажи, что у тебя в лежаночке. Показывай.
Там и кусочки тортика, и капкейки, и все на свете. Спарки, зачем тебе эти запасы? Ты ведь знаешь, что котикам ни в коем случае нельзя сладости, особенно шоколад. Ты что хоть натворила? Как повезло, что ты этого не наелась, а то пришлось бы тебя вести к ветеринару. Какой ужас. Все оказалось гораздо проще. Спарки украла все сладости и спрятала их в свою кошачью лежаночку. Самое главное, что хоть не съела. Конечно, а то она ведь отравилась бы. Тогда были бы сплошные переживания, и день рождения был бы испорчен точно. Ну а так мы вовремя спасли кошку. И честно, лучше это был бы Ник. Ну вот, а то разворчались на меня. Съел сладкое, съел сладкое. Я же не кошка, мне же можно сладкое.